Она кашу захотела. Мне пришла, говорит, кашу хочу. Кашу будешь? Кашу? Ты кашу хочешь? Кашу. Скажи, кашу хочу, кашу. Кашу хочу. Будем... И опять мне прислали, что вы приглашаете. Кость, не, нет, тем более, что сейчас будет у нас каша. Вот они сидят насчет каши, разговаривают. Ничего, я пойду кашу сделаю, хорошо? Ну какая каша? Смотри, банан положу, на терке этот грушу потру с яблочком, договорились? Пойдет? Все, я пошла, я приду. Подожди, еще скажи, какие ингредиенты там будут, она... Изюм? Нет, не хочет изюм. Там есть ягодки. Ягодки, ты хочешь ягодки. Красивые, вкусные ягодки. Ты уже жуешь, да? Про творог спроси. Творог, будем творожок? Творожок туда положить? Сок. А сметанку, чуть-чуть сметанки добавим? Вкусно будет, да? Так и сделаем, красавица. Все, я пошла, ты меня пускаешь? Ты со мной пойдешь? Расскажи еще про еду. Мед тоже спроси, подсказывай. А мед будешь? Мед. Ты будешь кашу? Давай кашу. Ты там будешь, конечно. И мед я буду, и орешки буду. Вот, прибежала, села, я очки тут же снял, поэтому она такая грустная. Я все буду. Все, я пошла готовить, договорились? Отпускай меня, хорошо? Нет? Луна, можно я пойду? Я пойду себе приготовлю пюре и луни приготовлю. Ее проверь сразу. Она чистенькая. Хорошо, договорились, девушка? Девушка моя, я пошла. Хорошо? Ягодки. Клубничку положи туда. Клубничку туда вот так вот положи. Вилочка размей. Видишь? Ладно. Мама, я давай сделаю, принесу. Я пошла. Открывайте дверь. Не пускай от меня. Ленда, сиди. Я просто подробно ваш этот разговор снимал. Я не вмешивался в это, потому что, скорее всего, мы вырежем из этого видео шортс и выставим тоже, чтобы другие могли увидеть, как договариваются с гамадрилами.